Дорогие друзья, подписчики Гудвина Олега Алафа, я закончил тренинг по мануальному массажу в Академии телесно-ориентированных практик Альфа Топ. Я Симонов Анатолий Николаевич. Очень благодарен Олегу Алафу Гудвину в том, что он мне передал свои знания, и не только знания, а секретные знания, которые я сейчас применяю повседневно в своей практике. Люди, которые ко мне обращаются со своими проблемами, мне благодарны в этом. Получив диплом, мне очень радостно видеть, что я закончил тренинг массажиста мануальной терапии и применяю это на своей практике ежедневно и помогая это своим пациентам, своим людям. А себе что я хочу сказать? Когда я пришел сюда, у меня была маленькая проблема в шейном отделе позвоночника. За один сеанс Олег Алаф Гудвин мне его поставил и, можно сказать, вылечил. Сейчас у меня проблемы с шеей фактически нету. И эти же знания я передаю своим пациентам, помогая им также в их проблемах. Были такие пациенты, у которых и шейный позвонок был немножко искривлен, и был сколиоз второй степени, тоже помог я своим пациентам в этой проблеме. Поэтому я в повседневной практике постоянно обращаюсь к своим знаниям. И за советом, если мне нужно, необходимо, я обращаюсь к Олегу Алафу Гудвину. И вам советую также приходить на семинары, не пожалеете. Мне семинар-тренинг понравился. И не только я сам излечился в какой-то проблеме, и эти свои знания применяю на своих пациентах.